сейчас идем в посадке, поэтому ничего не видно. Да, ребята, извините, что такой просто бывает не очень красивый ракурс. Просто это как бы поезд, и здесь не всегда бывает удобно. Вот. Да, мне немножко горло болит, так что это поезд, как бы тут не очень удобно вообще бывает снимать их. И так вот тут я в плацарке, тут в окружности люди, и как бы не очень удобно снимать. Но я все равно для вас пытаюсь как-то что-то снимать. Кстати, этот влог я еще буду снимать утром. То есть, я не знаю, это может быть на три части. Вы сейчас скажете, о, блин, опять влог на три части. Из-за того, что как бы я снимала видео, и когда я крутила свою селфи-паку, чтобы вас поставить, у меня нажалась кнопка, короче, после которой телефон, ну, как бы выключился, он заблокировался. И поэтому получится, что на две... Или на три части. Это часть вторая, и утром я еще буду снимать, как мы туда приедем. Тоже будет часть, не знаю, третья какая, в общем-то, какая-то из этих частей. Кстати, здесь в поезде очень душно, но тут как бы открыто окно, все равно душно, потому что на улице очень душно. Да, слишком много слов «душно». Я, короче, пытаюсь вам со всех сил снимать, потому что это не очень удобно. На меня люди смотрят как на какое-то ненормальное из-за того, что я снимаю видео и разговариваю с телефоном. Вот поэтому выглядит это не очень. Ну, сами понимаете, кто снимал видео в поезде. Немного экскурсии о моем этаже. Здесь идет моя сумка. Здесь моя... Блин, горло серьезно болит. Здесь моя селфи-палка лежит, вот, и... Блин, и там наушники, вот мои наушники, селфи-палка, и полотенце, и моя сумка, вот это да, если видите помпон, значит вот это вот сумка моя. Во, посмотрите все просто на эти надписи, Сергей, потом... Рама, вот написано Рама, потом Крит, как бы странно немножко надпись, да, и Дима, вот, Дима. Что делают нормальные люди в поезде? Что делаю я? И не удивляйтесь, там у нас просто такие поезда. Я в туалете, короче, такой у нас умывальник. И там, когда нажимаешь, там рельсы. Вот. Короче, унитаз тут, тут просто свет очень плохой, это я. Привет. Пишите, выйдем. Я вышла. Ветер дует, класс. Да, вот вообще. Я уже пришла в другой туалет, там, короче, сначала привет. Вот. Так, вот вы... Это наш поезд. Там поезд, ладно, я пошла. Кстати, кто не знает, этот, кто не подписан на меня в Инстаграме, то я еду в город Бердянск на 10 дней 9 ночей. Вот, ну просто те, кто на меня подписан в Инстаграме, там делают такой пост. Вот, ну и те, в принципе, должны знать. А, приезжаем мы в 6 часов утра, и поезд, ну то есть, когда мы садимся в Никополе, без 15:09, приезжаем в 6 утра. Потом мы идем заселяться, потом немножко поспим с дороги, потому что в поезде на самом деле не очень можно так выспаться. И потом идем на пляж. Ну, короче, завтра вы все увидите. Мы подъезжали к Запорожью. Посмотрите, как здесь красиво просто. Каждый год я это вижу. Это очень красиво. Просто посмотрите. А, какая такая... Мам, посмотри, какая красота. О, боже, как это классно. Я люблю смотреть ночью в окно. Если бы свет выключили, вообще было бы очень классно. И вот это вот, видите, вот это мы проезжаем речку. То есть сейчас мост и на речку, он очень высокий, просто посмотрите какой.
просто огромный, и там вот светится все Запорожье. Просто посмотрите, какая высота, просто вот речка, посмотрите, какая неимоверная высота. Это очень высоко, мне очень страшно. Вот серьезно говорю. Вот светящееся Запорожье. Это классно. Вот, вот эта синенькая штучка, это самый главный, можно так сказать, офис какой-то там. Все, мы его проехали. Посмотрите, как классно. Блин, все, проехали. Сейчас тут стоянка в Запорожье, мы выйдем на улицу. Ей! Ух ты! Не, просто что это такая штучка? Смотрите, это похоже на Эйфелевую башню. Вот. Мы наткнулись на какой-то дом. Ну, короче, квартирный дом. У нас не копали не так красиво. Выйди вечером на аллею. Вот так вот там нету. Там. Так же. Мы вообще вышли на улицу. Вот наш поезд. Сейчас чуть дальше. Вот, короче, поезд. Просто мне темно. Вот. И будем стоять тут полчаса. Это мы уже Запорожье. Знаете, так уже прохладненько. Экстримно. Мы по станции. Ой, как тут красиво. Посмотрите. Это все железная дорога. Это электрический. Смотрите, вот это стоит Hyundai. Hyundai, поехал. Это наш поезд. Вот это. Я пойду найду наше место. Тут уже спать укладываются, я на улице снимаю видео в такой крутой обстановке. Это уже так прохладненько. Сейчас покажу наши места. Вон, сейчас, нет. Где сейчас? Вот, это моя полка. Блин, нам ничего не видно, вот моя полка, в общем-то. Все, заходим. Поезд через 3 минуты отправляется. Уже все спят, буду тихо разговаривать. Сейчас уже 23:10, и мы еще тут в плацкарте нашем, можно так сказать, сожители еще тоже спать не будут, так что я сейчас посмотрю пока фильм. Я тут скачала себе на свой планшет, буду смотреть. Вот, и потом пойдем с мамой умываться, то есть когда откроют туалет, пойдем умываться. Как вам мое флешшоу? Вам, наверное, вообще... не видно. Ну, короче... Не, все равно не видно. Ой, не, вот видно немножечко. Вот. Ну, короче, завтра торпите. Я умываться. Мы пришли с мамой в туалет. Она умылась. Привет. Все, ребят, мне уже вообще не слышно. Наверное, очень, ну, вообще не слышно. Короче, мне плохо слышно. И меня вообще не видно. Потому что выключили свет. Потому что уже все выключили свет, потому что уже спать, потому что уже начало первого. И я тоже уже ложусь спать, уже посмотрела фильм, послушала музыку, все что угодно сделала. Сейчас уже спать, сейчас уже везде темно, там все равно ничего не видно. Сейчас как-то покажу. Сейчас приезжаем в речку, нам тоже не видно, наверное. Я сейчас... А разговариваю очень тихо, потому что на второй полке возле меня спят люди, и внизу тоже спят, поэтому и мама уже мне спит, поэтому я буду всех разбудить, поэтому говорю таким шепотом. Завтра утром я тоже сниму влог, как я встану, т.п. Всем спокойной ночи, и спасибо за просмотр влога в поезде. Ждите третьей части. Всем пока-пока. Люблю, целую, обнимаю. С вами ваша Полина. Пока. Вернее, она не ваша, я своя, я родители, ну, короче, неважно. Всем пока-пока.